Всем привет, с вами Red Alert Rus, и мы продолжаем проходить Ace Combat 2. Ну, как помнится, в прошлой миссии нам дали легендарный Су-25, за то, что мы пролетели по узенькому каньону. Ну, а теперь нам предстоит опять развилка по миссиям. Ну, будем проходить линию А и линию Б, как в прошлый раз. Так, ну, первая миссия у нас ночная атака. А вторая Bear Tax называется. Ну, перевод потом позже узнаем. Так, ну, начнем мы проходить с Bear Tax. Наверное, мне что-то хочется нижнюю проходить. И, кстати, нижнюю нужно проходить. Потом вы узнаете, почему. Так, ну, купим, конечно же, Су-25 наш. Да. Так. Так, атака... Ага, мы будем атаковать шахты, где добавляют полезные ископаемые. Ну что, начнем. Как раз Су-25 нам пригодится там. Ну что, нужно уничтожить вражеские шахты. Ну и также все, что их охраняет. Кстати, нам показывают вот F-117A Razorback. Это значит, у нас будет два самолета АСА. И их координаты точные. Ну, начнем. Так, ну конечно возьмем сопровождение. Возьмем, конечно же, Кейна Агаси. А пускай нас с воздуха прикрывает. А мы займемся землей. Ну что, берем Су-25. Сейчас нам его покажут со всех сторон. Ну. Графика, конечно, хорошая для PlayStation 1. Передают почти правильную модель. Ну а что? И музыка крутая. Полетели. Мираж. У нас появился новый враг. Мираж. 2000. Кстати, в чем отличие истребителя от штурмовика здесь? Это количество ракет. У штурмовика их 80, а у истребителя их 50. 40-50, в зависимости от самолета. Есть. Идем дальше. Наземных целей это всегда больше, чем воздушных. Поэтому у штурмовика их больше.
Кстати, вот эта музыка из первой части только изменена. Типа ремейка. Эх, промахнулись. Торнадо 3, нужно 3 ракеты. Музыка приятная. Эх. В чем плюс термовика? Он... тормозит быстрее. Ну, он же тяжелее. И поэтому нам очень легко... тех, кто вперед нас чуть-чуть вылетел, затормозить и дать ему вылететь вперед, чтоб успеть на хвост сесть. Есть. Так, там еще два летают. Это, наверное, Разорбак. Вот, видите? А не, это что-то БС-2Б. Что-то новое. Даже интересно, что это такое. Есть. Так, ну где-то должен еще Разорбаки летать. Правда, не стелсы, поэтому и будет... не знаю, как в этой части их выслеживать. Еще один. БС-2Б. А вот я вижу Разорбак, ага. Не получилось у них. А вот иди сюда теперь. Вот и не пропадает с радара. Засветил и нормально. А то помните, как в прошлой части мы гонялись за стелсами. В одной миссии их вообще было только одни стелсы. Вот сейчас он, правда, пропал с радара. Ну, мне кажется, Кейн Агаси за ним гоняется. Где-то или нет. Ага, вон он был где. Вон он. Есть. Ну все, займемся теперь наземными целями. Жалко, что тут 4 АГМ нет, все бы уже давно вычистили все. Как в Инфинити. Карьеры, ну, шахты. Перебьем поставки железной руды и угля. Так, еще один мост. Еще одна цель. Ага, вот башню. Ну и все, осталось две цели, миссия завершена. Так, не, я хочу все уничтожить, поэтому эту пушку мы, конечно же, заберем с собой. Почти чуть не клюнули в носом. Но она стоит того. Ну и сразу этот прихватим. Все. Миссия завершена. Ну мы его взорвались, а. Прикольно. Продолжим. О, нам за дамаг сняли. 15 тысяч за то, что мы разбились. Бывает, бывает. Но миссия завершена.
Ну что, нам показали, кого мы поуничтожали. Ну, это довольно-таки интересно. Вся карта почти в красных крестиках. Ой, ну, дали нам 25 тысяч, а сняли 15. Короче, что мы заработали, то нас и забрали. У нас еще и нагость забрала 6250. Ладно, тут кредиты не сильно такие нужны, потому что я только русские самолеты покупаю. Так, ну мы уже мастер-сержант. Может, старший сержант. По-нашему. Непонятно. О! Мы выбили знаменитый МиГ-29, и это очень хорошо. Ну и медальку Razorback. Это как поросенок. Интересно довольно. Ну что, дорогие друзья, это было прохождение Ace Combat 2, точнее уж миссия 6B. А на этой ноте я заканчиваю прохождение. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, вступайте в две наши группы Ace Combat World и PlayStation Worlds. Ну, а это было прохождение Ace Combat 2. Всем пока!